Анонс и точная дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Любовь, расчет, месть». Премьера нового сериала стартует с 11 июня на телеканале Fox. Сюжет сериала. Эсра и Озан поженились в спешке. У каждого из них были свои планы на этот брак. Она вышла замуж, чтобы выбраться из нищеты, рассчитывая, что муж будет полностью ее содержать. А Озан женился по любви. Но этот брак долго не продлился. Эсра ушла от него, не дождавшись того, на что рассчитывала. Спустя несколько лет выясняется, что она поспешила. Он стал крупным бизнесменом, основав собственный холдинг. И в этот самый холдинг она устроилась на работу. Узнав, что Эсра работает у него, он предлагает ей чек на крупную сумму, чтобы та нигде и никому не рассказывала об их браке. Эсра в гневе, клянется отомстить ему за это оскорбление и постарается вернуть его любовь. Напомним, премьера нового сериала стартует с 11 июня на телеканале Fox. Если вам нравятся турецкие сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.